Здравствуйте! Представляем цепную электропилу Hütter ELS-2000. Это бытовой инструмент для небольшого строительства или заготовки дров. Оснащен мощным двигателем на 2000 Вт. 40-сантиметровая шина позволяет пилить бревна или толстый брус. Для удобства обслуживания цепь смазывается автоматически. Натяжение можно отрегулировать сбоку при помощи винта и ключа. Инерционный тормоз останавливает цепь за доли секунды. Зубчатый упор помогает фиксировать пилу во время работы. В комплект входит шина, цепь, ключ и защитный кожух.